подходит. Поздоровайтесь. Здрасте. Сейчас он покажет вам одно очень интересное упражнение. Это упражнение очень легкое, и вы сможете его делать каждый день. Смотрите, какое упражнение. Сначала мы сделаем только одной рукой, потом мы соединим руку к ногу, а потом мы соединим руку правую, руку левую и ноги. Итак, теперь еще левой рукой. Попробуем вместе. Левой рукой. Давай. Поменяем. Два. Три. Пять. И сейчас правая нога сводит назад, левая рука вниз. Алиса молодец. И еще раз давай справа. Раз. Два. Три. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Ага, хорошо. Теперь левая рука. Восемь. Раз. Девять. Два. Десять. Раз. Три. Вот это. Четыре. Давай. Пять. Поделаем пока. Шесть. Ну, давайте сами. В сторону. Два. Назад. Три. Вперед. Три. Вверх. Пять. Влево. Шесть. Теперь отсюда мы сразу шагаем левой ногой. Вперед, вперед. И руки сюда. Раз. Вперед. В сторону. Два. Назад. Три. Четыре. Вперед. Пять, вверх, шесть, вправо. Запомнили? А давайте я буду считать, а вы попробуйте сразу. Здравствуйте, ребята. Знаете, кто это такой? Это каратист. Это Мурзилка. Это Мурзилка джедаист. Да, а знаете, что такое Мурзилка? Нет. Сейчас узнаете. Мы вам привезли, вам Мурзилку. Вот, он знает, что такое Мурзилка, потом всем расскажет. И ты. Итак, вы получаете журналы Мурзилка, юным джедаистам. Журнал с задачей. Поздравляем. 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 Да. Дальше и тебя сюда. Поздравляем. Молодец. Молодец. Сейчас тебе тоже журнал будет, да, и я здесь. Молодец. Молодец. Еще возьмите быстренько журналы, там сейчас вам еще вручат. Молодец. Привет. Привет. Как дела? Привет. Привет. Итак, еще у нас сейчас кому? Три журнала сейчас мы вручаем. И потом маленькую общую фотографию можно будет сделать? С маленькими Мурзилками. Здравствуйте. 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 Мурзилка-джедаист. Мурзилка-джудо. Это шапочка, он интеллигентный. Интеллигентный джедаист. Французский. Так, ребята, а теперь давайте мы с вами вместе с Мурзилкой сфотографируемся на память. А? Я предлагаю вот на этом фоне вот так. Да. Один, два, три. Потянулись легко, немножко плечи назад. Хорошо, шаг вперед левый, вернулись в исходное положение. Еще раз. Один, два, три. Устойчивая позиция, продолжим, потянули. Хорошо, развернулись в ту сторону. А теперь левой рукой тоже сам попробуйте самостоятельно, посчитайте и сделайте. Посмотрите руку, потому что у вас за уровнем рук, которая рука на лет, она на лет остается, а правая рука. Легко, не напрягая. Тело расслабились. Да?
всех телефон, пожалуйста. Ладно? На ласку сидеть. Давай. Вдруг окружили меня просто. Крабов. Но у нас руки заняты, ноги заняты, нас можно бить как угодно. Сейчас я вам покажу, мы будем ходить, допустим, с левой части. Ну, пусть будет справа. Я научу вас вперед ходить, назад, сейчас. Легко, свободно, и вдруг мне надо на тебя смотреть. То есть спиной вперед. А еще кружиться. Через спину, через грудь. Сейчас. Посмотрите, пожалуйста, как это делается. Вот делай так, как тюлень, без пальчиков. Это кусина в шаг, опускай. Туда назад, как вот, что, по краю назад? Ну, нормально могут и так, да. Сейчас все дойдут, оттуда пойдет назад. Максим, пальчики по... человеком, который написал ее 80 лет о своем учителе. То есть Илья Цыпурскому сейчас 87, он написал, когда ему было 80, о своем учителе в дань уважения. Ну, я просто так скажу, возможно, кто-то возьмет это на заметку. Эта книга вам. ...50 скоро, да, я думал, ну, я, наверное, вырос, мне, наверное, будет там полегче, кому-то на равных разговаривать. Я попал, я опять чувствую себя там тем же пацаном, учеником. И не только там из уважения, что это старший там тренер. Я чувствую, что там у него знания очень обширные. Хочу, знаете, что сказать? Вот, да. Вот то, что вы... Мы можем разворачивать туловище две, как бы,
восстановление. Это внутренний разворот и наружный разворот. Вы, скорее всего, делали это, просто не обращали на это внимания. Внутренний разворот – это когда мы разворачиваемся через живот. Наружный – это когда разворот через спину. Когда мы разворачиваемся через живот, то мы должны указывать направление разворота. Вот девушки, так сказать, строевые упражнения не делали, а потом строевые упражнения или валенки, да, тоже как стоят. Налево, первое, что делать, поворачиваться, то есть пальцы укажут на разворот. Пальцы вновь. Здесь то же самое. Чтобы развернуться через живот, мы первое, что делаем, разворачиваем стопу. Стопа показывает направление, мы здесь развернулись. Если мы еще руки поставим перед собой, так сказать, усилим такую нагрузку, да, чтобы левая нога исходно была. Движение в сторону, да, мы знаем, что вот, вот сюда. Сюда. Если партнер оставляет держать захват, мы сюда пошли, да? Мы сюда. Вкладываемся в какой-то прием. Опять не потому, что я. Не смогу уводиться. Смоги. Не знаю, есть ли у вас такая книга в вашей спортивной школе. Якуб Кабалетович Коблев признан лучшим тренером дзюдо 20 века. Ну и на самом деле заслуги этого выдающегося педагога и тренера очень велики перед нашим государством, да, нашей страной. Но также, конечно же, есть много тренеров. И вот я хочу подарить книгу одного из тоже известных, в которой говорится о тренере, очень известный. Но он был немножко раньше, чем Якуб Коблев. Это Евгений Чумаков. Ну, взрослое поколение знает о таком специалисте. Он в основном, конечно, уделял внимание самбо. Вот. И эта книга написана моим учителем о своем учителе. Эту книгу написал Илья Цыбурский. Может быть, кто-то слышал о таком специалисте в области самбо. Книга называется «Тренер, которому нет равных». И она очень интересна тем, что здесь много есть материалов из жизни, из высказываний его учеников. И вообще также методические какие-то материалы тренировочного процесса. Эту книгу я вот передаю. По поручению моего учителя Ильи Цыбурского, которому в этом году 87 лет,
я, наверное, озвучу слова всей нашей группы, что мы очень благодарны за прием. Спасибо за ваше внимание к нам, которое вы уделили и с таким взором смотрели на нас. Надеемся, что это что-то вы возьмете, какие-то элементы. Вот. И будете иногда вспоминать о нас так же, как мы о вас. Вот.